В России проходит акция «Ученые в школы» для учащихся старше 7 класса. Занятия проведут молодые российские ученые. Они расскажут о современных исследованиях в области нейробиологии, космонавтики, медицины, информационных технологий и экологии. Школьники станут участниками мастер-классов и квизов. Планируется, что до конца марта пройдет более 10 тысяч лекций. Акция организована Российским обществом знания при поддержке Министерства просвещения. Для участия на сайте проекта выбери свой регион и пройди регистрацию. Ссылку найдешь в описании. Подобная акция была реализована в прошлом году. Перед школьниками выступили 3000 ученых. Участниками проекта стали около 1 000 000 слушателей.